Пару лет назад подъезды чаще всего красили в персиковый и бежевый, потом в моду вошел салатовый. Теперь вот можно встретить вот такое вот интересное сочетание сиреневого с серым. Кстати, цветовую гамму могут выбрать сами жители. На Советской улице 44 полным ходом идет ремонт. Дом попал в губернаторскую программу «Мой подъезд». Здесь уже заменили уличный козырек, входные двери, окна, почтовые ящики и освещение. Положили тротуарную и напольную плитку. Продолжают красить стены и потолок. Работы начали в конце апреля и до конца июля закончим здесь. По максимуму стараемся пожелания жителей учесть. И, в частности, много идей было там по обустройству входной группы. Вот сейчас согласовываем с жителями, какие будут пандус и поручень там. А вот по адресу проспект Ленинского комсомола, дом 10, работы уже завершены. Новые окна в подъездах поставили еще 2 года назад. Сейчас же полностью обновили входные группы. Заменили железную и тамбурную двери, напольную плитку, электрические щитки и почтовые ящики. На ремонт ушло 2,5 месяца. Также полностью во всем подъезде были покрашены стены и потолочные площади. Также мы заменили освещение здесь, установили фотореле. Всего в 2023 году по итогам осмотров домов управляющей компании и жилищной инспекции в программу «Мой подъезд» попали 32 подъезда в 7 домах. Программа подразумевает софинансирование со стороны областного бюджета и муниципального тоже. Соответственно, год от года условия софинансирования меняются. Вот в этом году запланировано было 20% софинансирования на все адреса. Вот в прошлом году там для сравнения было софинансирование 50%, но выборочно. То есть 20% от стоимости ремонта оплачивает регион и округ, остальные 80% идут из средств, накопленных жителями на текущий ремонт. На данный момент видным уже обновили 23 подъезда, еще 16 в работе. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.